будем обсуждать как раз доступность, потому что у нас сейчас на низком уровне это все, есть социальное такси, но оно не справляется, оно не оперативно, малоэффективно, и нужны новые подходы, нужен современный подход к этому вопросу. Вот это будем обсуждать, мы пригласили представителей ведущих такси. Сегодняшняя встреча будет как раз она такой лакмусовой бумажкой, что ли, да, чтобы мы могли понять, готовы ли бизнесмены идти навстречу нам, да, но мы, соответственно, уже будем вырабатывать какие-то свои законодательные проекты, которые будут оказывать помощь группам, малоподвижным группам. Сейчас занимается перевозкой только социальное такси, таких категорий граждан. Оно не устраивает по многим факторам. Например, время. То есть, например, вот мы сегодня хотели вызвать такси, но, к сожалению, оно сегодня не получается. То есть человек привязан к перевозчику, а не тогда, когда он захочет что-то сделать. Да, то, что вы сказали, что действительно, вот конкретно сразу вот сегодня позвонил, такого не получается, потому что мы заявки, в принципе, принимаем за 2 дня. И действительно, потому что такая практика, она как раз у нас диспетчер, он работает, он принимает заявки, формирует. И в связи с тем, что там 8, 10, 11 мест, просто, допустим, для одного человека перевозить, гнать машину, это неэффективно, экономически нецелесообразно.